Друзья, приветствую всех на своем YouTube-канале. Я хочу поделиться с вами очень интересным проектом. Я принимаю участие в баунти компании. Также вы можете инвестировать в ICO и можете вступить еще успеть в баунти компанию. Так, это децентрализованная антискам платформа. Инновационная децентрализованная платформа для борьбы с мошенничеством, полна сил решимости внушить доверие при выполнении онлайн-транзакций. Благодаря как киберинтеллекту, так и мудрости толпы, MyShield обеспечивает постоянно улучшающийся уровень безопасности для экосистемы криптовалюты и в конечном счете для всего мира электронной коммерции. А в MyShield одним из наших основных направлений и наша сила — это наше сообщество пользователей. А мы откладываем, чтобы способствовать сообществу криптоэнтузиастов, которые предварительно формируют транзакции и просматривают различные онлайн-схемы и понимают, что среди них есть угрозы. Для того, чтобы показать благодарность к нашим предыдущим сторонникам, облегчить наши знания общины, мы должны начать нашу платформу, программу Bounty. Мы стремимся к построению сильного активного сообщества, и наша помощь имеет решающее значение для достижения этой цели. Чтобы обеспечить прозрачность, мы будем поддерживать таблицу ставок, доступную для сообщества в конце каждой недели во время программы, согласно отчетам по потоку Bitcoin Talk. Окей, это все, что касается Bitcoin Talk. Давайте перейдем на сайт децентрализованной антиафера платформы. Вы являетесь свидетелем безопасности игры Changer для онлайн-транзакций. Итак, благодаря MyShield аккредитация отрасли помещается обратно в руки криптопользователя, но не только предупреждая их о различных мошенниках, но и награждая тех пользователей, которые сообщают о потенциальных мошенниках и делятся ими с другими членами. Это было написано в Forbes 3 апреля 2018 года. Итак, какая дорожная карта проекта? Вместе с нашей командой советников мы стремимся действовать к тому, чтобы вовремя вывести на рынок экосистему доверия MyShield. Итак, в 2019 году запуск пользовательского приложения бета-версии в третьем квартале дополнительная реализация расширения Chrome. Четвертый квартал 2019 года SDK для кошельков и 2020 год расширение от крипто-антимошенников к общей электронной коммерции антимошенников. Так, также есть у компании YouTube канал. Советую просмотреть ролик. Также есть Reddit. Подписывайтесь на Facebook, Twitter, чтобы не упускать важную информацию для вас. Также подписывайтесь на Telegram. Что, это был краткий обзор проекта MyShield. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч.